Где увидеть список банков, которые уже приедналось до АСВП? В НБУ говорят, что у них нет такой информации. В Минюсте и департаменте ДВС тоже не говорят. Давайте договоримся так. Я под прямой трансляцией в описании оставлю перечень банков. Как вообще арестовывают счета? Существует два варианта ареста счетов. Первый вариант это при помощи автоматизированной системы исполнительного производства. База, система, с которой работают исполнители, она интегрирована, подключена, точнее, к системам банков. И подключено только 15 из 73 действующих банков. Поэтому 15 банков видят постановление об аресте денежных средств сразу, как исполнитель его принимает. И сразу же, соответственно, накладывают арест. Во все оставшиеся банки исполнители направляют постановление в бумажном виде. Они могут направить туда, а могут туда вообще не направить. И есть шанс, ну, у должника, что исполнитель не найдет этот счет. Кто-то направляет, кто-то не направляет. Кто-то направляет там в самые основные, самые крупные банки. Я, скажу честно, направляю во все. Но так делают далеко не все исполнители. Это тоже есть поле для сокрытия своих счетов. Особенно если государственный исполнитель, то в большинстве случаев, да, по обычному рядовому делу исполнители воспользуются только теми банками, которые подключены к автоматизированной системе. Еще раз напомню, что полный перечень банков я напишу в описании к этому видео. Спасибо за вот этот вопрос, он очень актуальный. И да, я должен был сам об этом сказать, но забыл, извините. Буду в аспирантуре тренировать мозги, чтобы не забывать в следующий раз.